нас 6 утра. Мы сюда найдем на трамвай. Да люди уже он завтракают, чё, блин? Нормально. А что? Он горел красным, я видела. Нет, там человечки. Человечки. Ой, бля. Вот эта поездка, ну-ка ее нахрен. Я устала, как зараза. Еще вставать каждый раз. То вообще не спать, то в 6 утра. Чтобы доехать до места назначения, откуда нас заберут. Я заболела. А Ульяна еще и заболела. Вообще нормально. Поэтому оставаться уже даже при всем желании не надо. У нас Кристину заразить нахочем. Надо, пошли. Что мы нарушаем? В каком месте? Всем привет! Соскучились? Я дома. Мы приехали с Ульяной. Короче, дорогу не снимала вообще. Я рисую, просто сижу, поэтому... Попереругались в дороге. Это ужас, ребята. И не то, что там мы с ней. Она, во-первых, у меня заболела. Она, во-первых, заболела, у меня температура 39,8 была. Да, она еле-еле доехала. Мы доезжали как? Это, знаете, счастливый случай просто. Я позвонила мне, написала мне вечером Танюха. Вот та, другая, мелкая, которая... Говорит, хватит тут сидеть, я еду завтра домой, едь с нами, со мной, утром. А у нее смена до 7 утра. И, в общем, мы добирались, сначала до второго Краснодара добрались, но там, в принципе, проблем не было. Приехали на остановку, она говорит, едь, говорит, куда-нибудь выйдь на Тургенева, потому что она работает, Танюша... в этом роддоме, ну и выезжает, соответственно, через Яблоновский, через Тургеневский мост, не через Яблоновский, и говорит, выедь куда-нибудь на Тургенева. Пол седьмого утра, ребята. Транспорт только начал ходить, как бы так. Я ничего не знаю. В общем, так, на интуитивно ехала домой. Ульяна, у меня Ульяна плачет, у нее болит голова, ей плохо. Короче, сказала, в Краснодар в следующий раз поеду. Только когда начнут ходить маршрутки хоть какие-нибудь. Все, до свидания. Вы шо, блядь, я-то ой, простите. Вы шо, я столько нервов потратила, у меня дитё там все на это. Ой, да, вы шо, капец. Ну его нахрен. Поэтому сказала, буду ехать только в следующий раз, только когда все, я надеюсь на это, что все восстановится. Я дома, разобралась уже совсем, и села рисовать. А Уляха у нас просто попала под дождь в пятницу. Был в Краснодаре, пошел сильный дождь, и она в это время гуляла. И, оказывается, когда у нее в субботу она пошла в Галицкого, ей уже было плохо. Ну, естественно, зачем об этом говорить, это же... Сейчас я скажу, сиди дома, да? В общем, так и получилось. Поэтому ничего я не снимала, вообще ничего. Куда там нафиг? Она плачет, я нервничаю. Куда, где, откуда? Поток машин... Хоть бы меня Танюха нас не пропустила, мы выехали прямо к этому, к посту ДПС. Между Краснодаром и Адыгеей. Тургеневский мост, прямо на ДПС. Выехали и встали на обочине дороги. Короче, пипец.
Она падает, у нее голова болит. Ну где там, ну что там? В общем, жопа полная. Полная. Я не знаю, пожалуйста, администрация, делайте все, что хотите. Все, что хотите, делайте. Все, что в ваших силах. Я не знаю, это... Да это просто трэш какой-то. Вот я вам показала дорогу отсюда, как добираться. Между прочим, даже у кого есть машины, вот едут по этой даже дороге, по которой я ехала в Краснодар. А это чужая дорога. Она принадлежит фермерам. И мы ее разбиваем. И сейчас они психанут. А они бесплатно ее грейдерят. Потому что кое-кто по тупости своей дождь пролил, да, и прутся туда. И разбивают ее, разбивают, они грейдерят, молча, входят в наши положения. Но психанут, нафиг все попереруют, и вообще мы здесь останемся ни с чем. Вообще мы тут будем как на острове необитаемом. Педиатра, по-моему, у нас уже нету детского, насколько я поняла, вот когда я была в больнице месяц назад. Мама у меня приболела, я ездила. По-моему, педиатра у нас нету. Все, до свидания. Делайте, что хотите. Примочки. Не знаю, там. Подорожник прикладывайте. Что хотите, как хотите своих детей. Там. В бубен бейте, я не знаю. В общем, все, я дома устала так от города. Устаю по-страшному. По-страшному устаю. Этот шум, этот гам. Постоянно... Ты в напряге, постоянно ты должен смотреть, куда ты идешь, смотреть, думать об этом. Да нахрен оно мне надо, господи. Вот, птички поют, коровки мычат. Ребята, приезжайте в деревню. Продукты есть, работа найдется. Кто хочет, тот ее найдет. Сейчас у нас вообще здесь сельское хозяйство очень сильно развивается. Очень много садов понасадили. Очень много поля, все такое. Ну, на первое время, я имею в виду, находится работа. Ну, и в город, соответственно, ездят многие. Вообще, конечно. Но город – это страшная штука, ну и над. Я вообще не представляю, как в нем можно бы жить постоянно. В общем, короче, вот так прокатились, ездили. Все было хорошо. Ну, муляха моя заболела. И спасибо Танюхе, что она позвонила. Если бы она не позвонила, мне бы пришлось выезжать с Василием Васильевичем, а это мне пришлось бы Зиповская, Московская, ехать Лиза Чайкина, ЗАОЗ Мегамо. Короче, еще 3 часа. Вообще даже говорить об этом не хочу. Так что, в гостях хорошо, ребята, а дома лучше. Так что вот, буду дальше отдыхать морально. Картинка потом покажу. Красивая очень картинка там. Гжель. Не, гжель бело-голубая, да? Это какое-то что-то другое. Какая-то роспись, короче. На ложках расписывали. Я забыла, как называется, честно, вообще. Мозг сейчас не хочет думать ни о чем. Ладно. 8:00. О, ребята, вышла, прям кричу на весь двор. Как сладок запах деревни. Боже, даже не раздражает меня дым. Вот сейчас кто-то что-то жгет. Обычно он меня раздражает, а сейчас нет. Боже, шума нет, воздух такой, птички, у меня аж мурашки по коже. Бошкарая соседка говорит: Лена, не уезжай. Я сейчас выхожу, прикинь, она говорит: Лена, ты вот это уехала, и все, такая тишина, а жутко. Я говорю: все, я вернулась, здравствуйте. Тишина закончилась. Я говорю: уже у меня дома не было, что ли. Говорит, все равно жутко, так вообще никого нету в подъезде. Зато у меня весело.
руки заняты, в одной телефон, в другой сигарет. Я репортер. А она мой главный герой. Как дождик. Нет. Ну вы нахрен, все хорошо, но. Нет. Где это там? Фитнес заниматься, огурцы, помидоры. У нас вот фитнес, да, тут. Что, камеру протереть, что ли? Что-то не фокусироваться не хотит. О, сборище началось. Пашка! Все! Теперь все! Тебя только не хватало, теперь все. 4-5 раз считай. Все на месте. Кафе открыто? Да, оно сегодня с утра открыто. Я ж Тайну кормила и оставила ее там. Думаю, сюда уже нести не буду. Пускай там она любит сидеть. Хоть мамку доставать не будет. Так она сегодня целый день. Че, дедушка, в нашу толпу прорываешься? Девушка, что с ним будешь? Под цветком посади. Пошли, я тебя посажу под цветок. Да, люди видео хотят, а не фото. Фотографироваться. Пойдем, будем сейчас фотосессию делать. Сейчас. Таня, ты готова? Ты. Иди ну, залазь пока под цветок. На фотосессию. Иди место там, Бакаров. Ой, блин, как дома хорошо. Вот они все свои. Вот они потянулись. Да. Я на ночь кондиционер включила. Невозможно. Чё у тебя там во рту, блин? Да, она голубей ловит и ест. Да. Ты что думаешь, она такая толстая? Таня все переживала, как коры. Я уеду, как кормить собаку. Да она сама. Есть кости. Думаю, что наварить кастрюлю? Блин, ставить некуда в холодильник. Что она? Поставить некуда скиснуть. Че будет она жрать его, чего не будет? Че, же мне чок ей нравится. Какая там ей макароны, если у нее там голуби. Она голубей ловит. Мы так не питаемся. Ну точно, точно. У меня голубочек один в день. Ей классно. Тайна голубя притрепала, бля. Нормально. А где Таня? Таня, выходи! А, она там. С бабушками. Понятно. Молодец. Иди, блядь, будем думу думать. Где директор? Где директор всего этого сбора? Давай, она сегодня педсовет, ты сказала. За пустым столом.